Ну возьми, я рассчитаю. Возьми и рассчитай все. Да. Только киевский. Да, и масло возьми. Только киевский возьми. Конечно. Да. В Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение гражданина по вопросу законности функционирования свалки твердых бытовых отходов в районе Линского шоссе города Кемера. Соответственно, прокуратура организована выездная проверка с привлечением специалистов управления Росприроднадзора. В ходе данной проверки выявлены следующие нарушения. Это первая свалка у нас не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов в силу пункта 7 статьи 12 Федерального закона об отходах производства и потребления. Это запрещается. И следующий момент, что участок, на котором сейчас мы с вами находимся, он относится к категории земель земленаселенных пунктов. Федеральным законом об отходах производства и потребления также запрещено размещение отходов на земельных участков из указанной категории. В декабре 2015 года управлением Росприроднадзора по Тверской области организации, эксплуатирующей указанную свалку, было внесено предписание об устранении нарушений, в частности, того, что указанная свалка не включена в государственный реестр объектов размещения отходов. Был дан год на устранение указанных нарушений. Да, срок предписания истекал в декабре 2016 года. До настоящего момента, соответственно, указанные требования не выполнены. Сейчас по результатам данной проверки, да, с учетом выявленных нарушений, прокуратурой будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, в том числе и гражданско-правового характера. Нет, сейчас все делаем. Это картинка шума, да? Смотри. Нет, по поводу лицензии это все понятно. Лицензия на размещение есть. Свалка, существует свалка, она 60-х годов, как была как несанкционированная. Мы ее более-менее оккультурили, в общем. Наша свалка, мы ее эксплуатируем с 12 года, это спецстрой. До этого она была эксплуатирована жилищным благоустройством. Вот. И мы здесь мусор захораниваем, трамбуем, пересыпаем грунтом. Мы делаем, мониторим ее каждый квартал. Это мы берем отборы воздуха, отборы воды, отборы почвы. Это занимается у нас Кашинская СЭС, Роспотребнадзор. То есть у нас все по отборам, все, мы сейчас пока укладываемся все, во все показатели, во все ПДВ. То есть у нас не превышает.